до плюс 7 и так до конца рабочей недели. Весна устанавливает свои права на территории региона. Правда, пока только в дневное время. Впрочем, жителям области насладиться заметным потеплением мешает холодный порывистый ветер. Местами он достигает 18 метров в секунду. Ночью по-прежнему морозно, до 8 градусов ниже 0. Областное управление ГИБДД предупреждает, к выходным в связи с этим и возможными осадками ситуация на дорогах может заметно ухудшиться. Поэтому призывает автолюбителей не торопиться со сменой зимних шин на летние и по возможности избегать опасных маневров и строго соблюдать скоростной режим. А пешеходам советуют быть максимально бдительными и при переходе дороги в темное время суток обозначить себя при помощи светоотражающих элементов на одежде.